начали мыть пока только дороги. Тротуары еще не получается мыть из-за сугробов, потому что воде просто будет некуда уходить и будут стоять лужи. Дороги начали мыть соляными растворами из-за того, что минусовые температуры ночами, чтобы не устроить каток. На дорогах начали мыть с тех дорог, которые у нас, где открылись поребрики, где нету в прилотковой части льда и снега.